спускаемся вниз. Попробую повернуть. Солнышко. Вон он лагерь. Вон лагерь. И ванна там. Вот какой красавец. Вот он какой красавец. Это март, уже тепло. Я иду. Всегда красивый. Лес всегда красивый. Лес всегда красивый. И зимой, и летом, и весной. И в любом месте. Вот попилили тут. Вот смотри, пролески голубые, да? Желтенькие. Вон фиалочки. Целый пучочек, вон они, да? Да. Потом да. Вон эти розовые вот эти мыльницы. Опять вот. Говорю, столько цветов, да? Вообще столько красоты. Вот, смотри, поляночка такая, да? Прелесть. Давайте мою коляску, а то я вам как-то... Вот это... ты же фотографируешь, идешь, иди. Ну, хорошо, ладно, спасибо. Так, да, вот. Обалдеть, да? Да, наша красота. Вот это, когда поднимались, это первый был отдых здесь с Андреичем. И потом вот сюда вот мы раз, вернули. И там на горе. Пешочком. Тут у меня видео. Да? Да, видео я снимаю. Ну, у меня первое не получилось. Там как раз люди, когда шли, разговаривали. К сожалению, не а вон белые, видишь, такие же, как розовые, только вон белые. Вон они, да, да, я такие снимала уже. Снимала, да? Угу. А. Вот они. Угу. Сколько вот, я шла тогда минут... 15, да, от лагеря? Не знаю. Я тогда не все время пытаюсь время засечь, да, и забываю. Не помню, минут 15. А может и 10. Обратно наверх там уже побольше. Еще с водой. Хотя люди и за 10 минут добегают. Так, вот он. Первый крутой такой спуск. А Сережа нас довозил. Да, вот по вот этой дороге. Представляете, до самого конца. Ну, сейчас тут такие... Нет, сейчас ты что? Сейчас вон какую сделали. Такие рытвины. Тут
А это вы мне говорили, на вездеходе, да, кто-то есть или на чем? А, да, есть и вездеход, да. Вездеход. И... С военной части, наверное, какой-нибудь. УАЗик и еще кто-то. Слушай, а что она это расшиперилась как-то? Я ее сделаю сейчас. Так, у меня телефон звонит. Так, ну, в общем, нам идти туда. Так, давайте я помогу, господи, что же я. Так, туда не надо в Рытвину, вот здесь идемте. Да, сегодня тепло, я зря куртку взяла, хотя... А ты знаешь, вот шла без куртки, да? Там по горе. Такой прям пронизывающий ветерок между лопатками по спине. Я взяла, взяла. Сейчас иду. Ну вот не угадаешь, да. Но все равно жар костей не ломит. Ну, протоптанная, я бы сказала, дорожка для марта. Народ, видимо, это мы в этом году первый раз едем. Так, вот еще ступеньки. Я с коляской, я их обойду. И вот он, чудесный мост. Речка высохла. Речка высохла. Цветы моего детства. Сапожки. Какие цветы? А вот они. Вот они. Они похожи на сапожки на каблучках. Вот они. Это цветы. А потом вот сколько лет. Я не видела, на речке у нас раньше их было много. Много. Море прямо. Посмотрите, речка высохла. Вот, я говорю, какая сейчас речка, да? Да. И когда бурлит. Это ж ужас какой-то. Ну, она когда поднимается, когда так, конечно.